Друзья мои, я вообще идет запись, да, идет. Мы перешли рубеж. Какой рубеж? Что я несу? Это бокал вина после 12-часового рабочего дня. Но я еду в Краков. Я еду к Мирае. Мирае, еду к тебе. Имей совесть. Друзья мои, я Майру начинаю путешествие из Украины в Краков. Всем привет, с вами... Подождите, вот. Осталось 414 километров. И если меня не пропустят на границе, хавайтесь. До встречи, мочалки. Все, поехали. Что, там выпали бутерброды? Нет, вот. Ага, все. Мирая, я еду. О! Громче! Если хочешь быть богатым, если хочешь быть счастливым, оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем души. Друзья мои, мы остановились на автозаправке, пописюнькой, купить минералочки. Время уже рассветное, скажем так. Артистка без мейкапа, абсолютно, нон. Вот умылась в туалете, кстати. Ну что, так спешили. Нанесла крем, три вида, под глаза, сыворотку и сверху еще и питательный. Мы находимся за, наверное, километров 30 от Львова. Погода приятная, бодрящая. Мирая, я еду. Что-то хотела умное сказать. Ужас вообще, ну что это такое, мать на мать, честное слово. Матюки да проклятие, понятно? Все, до встречи на границе. Друзья мои, мы проехали 300 километров. На часах, а сколько на часах? На часах 2:30. Передают с границы Украина-Польша в районе Краковца. Краковец, да? Наши разведчики стояли 6 часов на границе. Не знаю, что они там делали вообще, почему так медленно пропускают. Я очень надеюсь, что мы легко и задорно пройдем этот пункт. Сейчас я хочу продемонстрировать вам разминку, которую я обычно делаю. Так, внимание, на ту, снимаем. Разминка от Монро. 5-минутная разминка для того, чтобы в дороге конечности не затекали, для того, чтобы чувствовать себя удовлетворительно. Обязательно нужно каждые 2 часа останавливаться и делать разминку. Итак, первое упражнение. Поехали. Ручки, кисти. Затем локоточки. Вперед, назад. Затем пошли разминать. Махи рукой одной, второй. Держим плечико, чтобы не вывихнуть. Дальше прыжки на месте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Побежали. Один вот так вот. Следующее движение. Становим ноги на ширине плеч. Наклоны. 1, 2. Тянемся. Тянемся за деньгами. Нам далеки денежки, и мы тянемся. Наматывать денежки будем? Наматывать денежки будем? Не буду. Наматывать. Другое. Следующее упражнение. Наклоны. Музычку сделай. Медленно. На выдох. Медленно тянемся. Наклон вправо. Наклон влево. Наклон вправо. О, лево, салют, Вера! О, а теперь тянемся вперед точно так же. Раз. И на матрас. А теперь вдох, руки вверх, солнце. И закрываем цикл вниз, выдох. Вдох и выдох. И теперь руки вверх и вниз. Раз. И села. Приседания. Поехали. Не до конца. Раз. Два. Раз. Два. Не садимся, потому что можем не встать. Раз. Два. И мое самое любимое упражнение на растяжку внутренних мышц. Рачком. И двигаем. Чувствуем, да? Чувствуем, как тянется. Вот здесь все тянется. Вот. Мы держим корпус на месте, двигаем только тазом.
ну, несколько вдохов, мысленно сказали себе самое обаятельное и привлекательное. Ну, а дальше мантра по вкусу. Люблю, целую ваше неугомонное манро. Все, скиньтесь мне на карточку по $5. Пока. Ладно, можно по 4. Все, я побежала. Шагом встречай. Это спящая, знаешь, что надо будет? Как забегает краком. Друзья мои, мы приехали на таможню. Сказали, что буквально... Ой, подожди, а очереди же не видно. Так нельзя снимать. А я никто не видит. Ой, самоляна, что нельзя, все можно снимать. Депортируют. Кто? Куда? Депортируют. Сказали, что 2 часа назад очередь была на 2 километра. Ну, сейчас надеемся по-быстренькому пересечь 2 границы. Друзья, товарищи, себя не снимаю, потому что уже не в товарном виде. Мы стоим на украинской таможне уже 2 часа. Чтобы вы понимали, это зеленый коридор, то есть вы ничего не декларируете. Машины подвергаются легкому досмотру. Я себе слабо представляю вообще, что в красном коридоре. Но такое впечатление, что именно в красном коридоре поток машин движется быстрее. Все очень медленно. Слов нет. Если вы захотите поехать в Польшу на машине, будьте готовы, что вы простоите на таможне как минимум половину своего пути. До конца и края не видно этой очереди. Все ползут как черепахи. Есть какое-то время на досмотр одной машины. Нет никаких сил возмущаться. Вы еще удивляетесь вообще, что у нас в стране жопа из-за чего? Ой, ладно, все, не буду расстраиваться. Увидимся в Польше. Вот это я понимаю дороги, автобан. Мчишься, машины нет, а за окном просторы Хохляндии. Ой, не Хохляндия, а Поляндия. Ура, мы въезжаем в Краков спустя 16 часов. Так я не поняла, где Фишемерай? Они хоть в курсе, что она приезжает? Не можем найти отель. Чем мы немножко не там свернули. На штурман чуть-чуть подустал. Так, дубль 2. Улица... А, нет, что новая улица?